Фотоаппарат «Зенит» руководитель Музея военно-исторической миниатюры Вячеслав Лопашов купил в 81 году в Иркуте. Тогда он стоил приличных денег – целых 100 рублей. В Сарове таких фотоаппаратов достать было нельзя. С этим «Зенитом» у Вячеслава Викторовича связан интересный случай. Фотографировал там в тундре, там Уральские горы, хребты. И в один из прекрасных моментов я чувствую, что-то у меня на шее не хватает. Фотоаппарат. Я его где-то оставил, предыдущий где-то стояночки в тундре. Долго бежал, нашел. Вот он здесь, этот фотоаппарат, он представлен. Он живой, он работающий до сих пор. То есть все модели, кстати, действующие. В юности Вячеслав Лопашов посещал фотостудию при Доме пионеров. Там он научился правильно подбирать ракурс, красиво выставлять кадр. Позже работал в фотолаборатории цеха микроэлектроники на заводе в НЕЭВ. А самый первый фотоаппарат Вячеслава Викторовича – 72-кадровая «Чайка». Небольшая выставка фотоаппаратов в Музее военно-исторической миниатюры родилась спонтанно. За несколько лет у руководителя собралось несколько поколений различных фотоустройств прошлого столетия. Потом у меня появился вот любитель, вот этот фотоаппарат «Любитель 2» он назывался. Он мне достался разбитый, и я его склеил резиновым клеем, кое-где приклеили к ним прокладочки, а когда я фотографировал, щели с боков заклеил пластилином. Ну, вы знаете, у него кадр был 6×6, вот, сантиметров, и было всего там 12 кадров у него всего в пленочке. На выставке представлены фотоаппараты «Москва. Смена». Первый стереофотоаппарат с двумя линзами, «Феды» с выдвигающимся и станционарным объективами, популярные мыльницы. С каждым экспонатом у Вячеслава Лопашова связана своя история. На стеллажах можно заметить и две дорожные кинокамеры 8 мм, кассеты, лампу для проявления, фоторамки. Выставку иллюстрируют черно-белые снимки из личного архива Вячеслава Лопашова, на которых запечатлены городские молодежные мероприятия советского времени. Экспозиция интерактивная. Фотоаппараты можно взять в руки, узнать, как ими раньше фотографировали и какие механизмы использовали. Коллекция пленочных фотоаппаратов 60-80-х годов представлена в Музее военно-исторической миниатюры по адресу улица Силкина, 10А, здание ОБЦ. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.